Ну что могу сказать, в таких условиях тяжелых очень трудно комбинировать. Поле тяжелое, вязкое. Команда «Факел» тоже достаточно вязкая. Поэтому хорошо, что забили в начале игры, да. Удержать не смогли по определенным причинам, потому что даже не знаю, что сказать про судейство. Почему? Потому что как бы, ну, нельзя комментировать, да, хотелось бы очень прокомментировать, особенно судейство Куликова. Это как бы очень интересная тема. Ну, не будем на этом заострять внимание. Скажу, что просто, конечно, два удаления, они сказались на том, что немножко не додержали в конце, потому что моментов не было у Воронежа. Просто единственный один наброс на дальний штанг, и игрок остался один-один. То есть, по большому счету, об игре-то сказать нечего, потому что одна борьба кругом сплошная. Поэтому и результат отсюда такой, 1-1.